Так, всем привет! Сегодня мы распакуем и посмотрим новинку от немецкого бренда Gapo. Бренд немецкий, производство в Китае. Серия Jakob. Модель 1007-18. G1007-18. Серия Jakob — это достаточно мощные, большие смесители с таким достаточно агрессивным дизайном. Моделей уже много, но вот среди высоких это вторая модель. До этого была модель с ручейковым изливом, с аэратором. Еще не было пока. Только-только они появились в наличии у завода. И это, наверное, один из первых экземпляров за Уралом. Ну, традиционно посмотрим на упаковку. Двойной гофрокартон. Пакетик. Гарантийник, инструкция на русском языке, шильдик для розничных магазинов. Собственно, сам смеситель внутри. Вот он, этот красавец. Оп. Тяжелый. Содержание латуни в смесителях марки Gapo более 60%. Крашеный. Достаточно практичное покрытие. Сейчас вообще белый в моде. Ну, он не только в моде, но и практичен. Аэратор Neoperl используется. Цвет данного смесителя называется по артикулу белый дробь хром. То есть основной корпус смесителя белый, но верхняя часть, она в хроме. В принципе, наверное, видно, что отпечатки остаются, но, кстати говоря, некоторые пропадают сразу. Ну, это гораздо проще, чем всю площадь смесителя постоянно протирать, то есть сверху тряпочкой прошли, все красиво. Ну, смеситель большой, мощный. В комплекте у нас идет ложа, на которую он ставится, то есть достаточно симпатично выглядит. В комплекте у нас крепеж, опять же, используется гайка, то есть держится он всей площадью своей, это намного устойчивее и интереснее. Ну, традиционно в комплекте подсветка, подводка под горячую холодную воду и ключик для снятия аэратора, то есть аэратор, даже если там забился, если вода плохая, его можно вытащить, помыть или на худой конец просто заменить. Аэраторы Neoperl в свободной продаже есть. Собственно, все.